Это магазин на территории Петербургского госпиталя. Это жилая зона, можно сказать. И здесь магазин размещался. За магазином, вот так, за этим зданием, там дом начальника или командира госпиталя. Вот этот домик небольшой, теремок, как называемый. Жилой дом, который четырехэтажный, долгое время уже реставрируется. Ремонтируется никак. Не докончат его ремонтироваться. Что-то уже годика два, как его прекратили восстанавливать. Ну, площадка перед домом. Прямо элеватор. Там уже дальше новый лагерь. 28 декабря 2023 года. Территория Петербургского госпиталя, жилая зона. Может, я не так неправильно говорю, что жилая зона, но так я определяю. Поправьте, если не так. Магазин. Мы подойдем сейчас туда, к этому домику, который теремок. Еще раз на этот дом. Во всех квартирах мы были с вами. Это все в ранее созданных видео и фото. Да, причина, почему его не доканчивают, мне неизвестна. Это магазин. Продуктовый, видимо, и промышленные товары. Магазин военторга, конечно. Других не могло быть. Это мы зашли с вами тут в колючки. Магазин. Конечно, здесь магазин все посещали, кто здесь проживал. Проживал или проходил воинскую службу. Уж не знаю, доступно он было для пациентов госпиталя. Пациентов или больных. Вот вход. Один из входов с левой стороны. И следующий. Летом-то этого ничего не видно. И сейчас, конечно, не фонтан. Да, поскольку так выглядит все очень уныло. Солнышко мы наблюдаем, вон там где-то оно есть, как бы в дымке. Сегодня весь день была переменная облачность. Сейчас градусов 7-8 тепла. А было 11 сегодня. Времени сейчас 3 часа, то есть 15 часов. Еще раз посмотрим на магазин. А вон элеватор освещенный. Поближе посмотрим. Элеватор. Ну и домик этот. Жилой дом. Когда его тут отремонтируют, отреставрируют, тут, конечно, шикарное место. Вот, хорош, удобное место стоит. Рядом Петербург, Алтыслагерь. Дорога рядом проходит. Магазин. Вот какие тут колючки. Какие.
Я рискнул тут проехать по тротуару. Вот здесь тротуарчик и дорожка. Ну, кое-как. Вон какие заросли эти. Это все такая акация. Вот она вдоль этой дорожки все и на дорожке выросла. Да, мы тут на велосипеде. Здесь бордюр, он поворачивает полукругом. Дорожка вот тут, сейчас она захламлена строительным мусором. Вот. Мы по этой дорожке туда пойдем, на территорию, туда, где были лечебные корпусы. Лечебные и другие. Вот этот домик. Какое-то время использовался как общежитие. Какое-то время здесь жили семьи военнослужащих. Да, в разное время по-разному использовался в наше время. Вот. Конечно, мы были внутри. Были, ходили, смотрели. Не пойдем мы сегодня внутрь. В этом нет необходимости. Посмотрим, что здесь в округе. Это здание инфекционного отделения, тыльная сторона. Вот, сейчас он в кадре. А вон здание общежития белого кирпича. Дом четырехэтажный, жилой. Вот здесь получше видно. Мы оттуда пришли, вон на велосипед. А вот этот домик, к которому мы пришли. Вот это все здесь ископано, это животные здесь, кабаны дикие, роются. И по дорожке, туда выйти, там аптека будет, направо будет поликлиника. А налево, как я говорил, там дом командования госпиталя. Тут склад был. Ну, нам туда не надо. Мы недавно там ходили с вами. Что было вот здесь, на территории, я не могу пояснить. Это площадка. Вон там склад. Вот здесь сразу водоем. Такой круглый противопожарное назначение. Вот здесь. А вон уже видно поликлиник. Водоем вот здесь. Мы выполнили с вами то, что мы намечали. Да, задачу минимум. Подошли к этому домику, окрестности посмотрели и завершим видео. 28 декабря 2023 года. 28 декабря. Конец года, впереди у нас Новый год, уже рядом. С чем я поздравляю всех, кто смотрит мои видео, фотографии. То есть это подписчики канала, гости канала. И участники групп, с кем мы сотрудничаем уже долгое время. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю счастья, благополучия, удачи во всех начинаниях. И потихонечку завершаем. Еще одно видео сделаем.